2014 годом жизнь не заканчивается. Естественно, лыжные гонки будут продолжать жить. И очень важно, чтобы после того, как... А я тоже уверен в том, что команда имеет все шансы выступить достаточно хорошо в Сочи. Вот. Но после этого наступит следующий цикл. Нужно будет готовиться к следующей Олимпиаде. И, конечно, очень важно, чтобы вот подтягивалась молодежь. И уже в такой достаточно жесткой конкуренции у более, как говорят, матерых, именитых спортсменов они уже достойно и серьезно выигрывали.